никому не покажу. Вот себе. Реконструкция мягких зайчиков. Так, мы сюда еще придем, когда я приеду в следующий раз. Я сейчас пока засниму рабочий материал, который я посмотрю. Зачем? Ну, чтобы чему уделить побольше внимания. Хотя, может быть, придем больше, если тут все такая новоделка. Да. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня хочу вам рассказать об одной исторической реконструкции. Точнее, даже рассказывать-то особо нечего, вы сейчас сами все увидите. Крепостную стену Китай-города в Москве снесли в 30-х годах прошлого века, а уже в конце 60-х годов прошлого же века некоторые участки стены были восстановлены. Но мой фильм не о крепостной стене новоделе, сделанной по всем правилам фортификации. Про нее еще будет отдельный фильм, возможно, даже не один, так как материала снято очень много. Показать же вам хочу пушки. Изначально, когда я их увидел, то думал заснять видеоматериал для Евгения, ведущего канал «Разгадки историй», так как он занимается исследованием темы пушек, и у него есть много фильмов про их назначение. Однако, когда я стал внимательнее осматривать эти пушки, то понял, что официальные историки держат нас за идиотов. И конкретно на стене Китай-города нам показывают просто ведра, причем расставленные совершенно не к месту. Угу. Сталин так не делает, чтобы раствор торчал. Все затиралось, гладко, а не то, что это делать. Затирки швов не было. Это вообще не регулируется никак. А зачем? Она вот так вышла. Вот это они сделали. Да, запальник. Отходи. Это Миша там все объясняет. Специально у нас. Миша. Тут даже ручка пустая. Ну, сделали, да? Ага. А это штырь. Она вообще легкая. Я его одной рукой поднимаю, а другой камеру держу. Это вот его? Да. Если это пушки, то я балерина. Я видела, понимаешь? Как ты видишь? Вот это смотрите, как я вижу. Они внутри пустые и запаянные. Она легкая. Одна деревяшка весит больше. А во, мортира. Сейчас. Тань, смотри, вот эта мортира, она должна стрелять была через эту стену. Особого внимания заслуживает вот эта, так называемая пушка, калибр которой больше размера бойницы. Если бы эта пушка была настоящей, то ее выстрел сделает бойницу намного больше, поразив при этом как наступающих, так и защитников крепости.
Я специально спрашивал у других людей, осматривающих эти экспонаты в кавычках, не видят ли они ничего странного. И те отвечали, а что тут может быть странного? Обычные пушки так защищались. Когда я им указывал на диаметр ствола, они говорили, что значит стреляли маленькими ядрами или навесом через стену. Ага, учитывая, что тут крыша. Вот эта пушка в случае нашествия монголо-татар стреляла через эту бойницу. Мы должны в это верить, но она, по крайней мере, хоть пустая внутри, хоть похожа, не заваренная. Это жестянка, вообще консервная банка. Я скорее поверю, что это колокол, чем пушка. Друзья, я прекрасно понимаю, что это реконструкция, имитация, воссоздание, как угодно это называется, и что ничего настоящего тут нет. Но проблема в том, что глядя на всю эту реконструкцию, люди думают, что было на самом деле именно так, как показано. Что лафет тяжелее самой пушки, что крупнокалиберные мортиры стояли на стенах и стреляли маленькими ядрами через маленькие бойницы. Проблема в том, что большинство людей не думают своим умом и надеются на готовое решение. Готовое решение, оказывается, на шаг или на два уже отстоит от истины. И так постепенно, шаг за шагом, наше прошлое искажается и вымарывается. Друзья, не позволяйте делать из себя идиотов, обращайте внимание на детали и мелочи. В завершении хочу порекомендовать вам два интересных канала. Это СВ-67 и Монотонный. Это вовсе не реклама. Сам смотрю их с удовольствием, поэтому и решил рассказать вам. СВ-67 – канал исследовательницы по имени Светлана из Смоленска. В непредвзятой манере, с тонким юмором и своеобразным женским чутьем она рассказывает о старинных местах Смоленска и нестыковках в официальной истории. Несмотря на обилие дат и цитат, слушать очень легко, и поданная информация прекрасно воспринимается. Монотонный – канал исследователя по имени Иван. Своеобразный взгляд на современные факты и факты прошлых лет. Объективный анализ, интересные выводы. Новое видение уже, казалось бы, привычных вещей. Друзья, не могу гарантировать, что вам понравятся эти каналы, но обратить внимание на них все же стоит. Ну и если понравится, то подписывайтесь, так как новые исследования на них выкладываются регулярно. Ссылочки на канал СВ-67 и Монотонный будут в описании под этим фильмом. А я на этом с вами не прощаюсь. Скоро выйдут фильмы по статистическому анализу храмовых построек и про атмосферное электричество, а также в планах продолжить начатые ранее рубрики и рассказать про состоявшиеся уже экспедиции. Благодарю вас за вашу поддержку и внимание. Всего вам доброго. До скорых встреч.